Итак, лайфхак, 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 лайфхак. Традиционная рубрика. Лайфхак, как облегчить жизнь себе и окружающим, не привлекая внимания санитаров. Итак, у нас имеется канистра. Да что такое? Канистра 10 литров. Продается в сети Ашан и тому подобных. Значит, себестоимость, значит, воды 10 литров. Всего лишь 200 рублей по акции можно взять, и того дешевле. Значит, что мы делаем? Значит, данная канистра снабжена кранчиком. Мало кто знает, как работает кран. Это выдвижной кран, довольно он водонепроницаемый. Все, что нужно, это прикрутить, отрезать от бутылки, значит, вот такое горлышко и приклеить. Приклеить на водостойкий момент, а может быть на какой-то другой. Эта штука у нас откручивается и уравнивает давление, атмосферное давление и давление в емкости. Итак, что мы делаем? Легким движением на себя, вот таким вот образом, отодвигаем двумя пальчиками. Струя у нас будет уменьшаться, потому что давление, но мы ее можем что? Легким движением, вот так вот легким движением управляем, и здесь тоже можем управлять. Все, пользуйтесь, лайк, комментарии, всем хорошего дня.